Сегодня мы будем делать базовую форму блинчик. Для этого нам понадобится квадратный лист бумаги. Как его делать, вы можете ознакомиться в этом видео. Берем лист бумаги и складываем его по диагонали пополам. Разворачиваем и также в другую сторону по диагонали пополам. У нас получился такой квадрат с двумя заломами, с таким и с таким. Затем берем каждый угол и отводим его к центру. Раз. Два. У нас получилась базовая форма блинчик. Внешне она совсем не похожа на наш обычный, привычный круглый блин. Скорее она напоминает конверт.